Прямо сейчас для вас идеальный комплект цифрового телевидения – это то, о чем мы всегда вам рассказываем и что вам очень и очень нравится, потому что это современное качественное телевидение абсолютно бесплатное. Никакой абонентской платы. На любом телевизоре, даже на старом кинескопном, вы получите идеальное качество изображения даже где-то далеко-далеко за пределами города. На вашей даче, например. Так вот, это другой комплект. Запишите номер лота и не перепутайте. У нас обновленный, уникальный и оптимальный комплект цифрового телевидения. О чем идет речь? Давайте разберемся. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Это, разумеется, пульт, который идет в комплекте. С батарейками все как положено. Дальше интереснее. Приставка отличается. Видите, она какая? Она отличается от прежней нашей приставки Harper, причем очень сильно. Тоже, кстати, Harper, все надежно, все качественно и проверено. Здесь спрятан дисплей. Дизайн инновационный, он, видите, глянцевый такой, прям красивый, дорогой дизайн. Сзади, что есть сзади здесь? Для HDMI кабеля. Для тюльпанов здесь, для антенны, выход есть еще антенны, и есть еще вход для аудиосистемы, то есть вы можете подключить сюда еще и колонки дополнительно, то есть чувствуете, не хватает у вас, например, ваших обычных встроенных телевизор колонок, так вот, подключаете и все работает. То есть это следующий шаг в мире цифрового телевидения. Это обновленный комплект по старой цене 2699 рублей. Все есть, все провода идут в комплекте. HDMI кабель, кабели тюльпаны, все есть, они у нас, мы вам еще их продемонстрируем. Антенна, посмотрите, она тоже новая. В чем ее особенность? Она принимает как старое аналоговое телевидение, видите, вот эти знакомые нам рогатки, я вот так покажу. Рогатульки, видите эти? Да, вот они. Так еще же здесь есть вот такой ободок, который принимает цифровой сигнал. Это разные сигналы, они не имеют ничего общего. То есть вот это аналоговый сигнал, то, что мы видим с вами цифровой, он отдельно. Они параллельно друг с другом существуют. Это универсальная антенна, которая подойдет и для одного, и для второго сигнала. И еще вы можете регулировать мощность. Здесь, в отличие от всех остальных антенн, есть регулятор мощности. Видите, да, друзья? Все удобно, она здесь надежно закреплена, то есть вы ее устанавливаете, и она никуда отсюда уже не денется. В удобном и нужном для вас месте. Друзья, нужно это абсолютно всем. Объясню, для чего и почему. Есть указ президента Российской Федерации, между прочим. Так вот, этот указ гласит, что вся наша страна в ближайшее время полностью откажется от аналогового телевидения. И мы перейдем на цифровое вещание. Что это значит? Значит, что если вы не успели приобрести комплект цифрового телевидения, вы останетесь без любимых сериалов, без любимых телепередач, без всего этого великолепия. В любом регионе нашей страны уже есть цифровое вещание. Видите? Это вышки, цифровые передатчики. Где-то их побольше, где-то их поменьше. Ну а на всей территории нашей страны они уже установлены. До 40 каналов вы получаете бесплатных в лучшем качестве. Невероятная четкость, друзья. И это все наш уникальный комплект цифрового телевидения Harper. Заказывайте прямо сейчас, друзья. В чем радикальное отличие? Давайте разберемся и наглядно я вам это все продемонстрирую. Смотрите, современный телевизор. Дорогая, мощная, но аналоговая антенна. Помните, я говорил, аналоговая, цифровая, разные вещи. Вот это аналоговая. Даже приобретая дорогую антенну, потратив достаточно много денег, вы получаете вот такую нестабильную картинку. Видите, да? То есть, куда вы антенну поставите, так и будет показывать. В любом случае, не очень изображение. Ну, честно, мне не нравится. Что здесь происходит? Здесь тоже у нас пока подключена антенна, но мы уже подключили и нашу приставку. Нашу приставку Harper с помощью наших проводов, которые идут в комплекте, и нашу антенну. Все вместе называется это идеальный комплект цифрового телевидения. Теперь я нажимаю на одну единственную клавишу на пульте. Вот здесь провода, вот они подключены. Есть разница? Скажите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть разница. Вот одна картинка, а вот вторая. Один и тот же канал. Одно и то же изображение, друзья. Вы понимаете, да? И при этом какая разница здесь и здесь? Это и это. Разница просто колоссальная. И это не единственный канал. Не подумайте ни в коем случае. Очень много каналов, я уже говорил, до 40. До 40 каналов вы получаете. До 40 каналов высочайшего качества.
HD качество, это значит, ну, максимально возможная четкость. Никаких помех, ничего. Но и это еще не все. У нас в комплекте ведь не только тюльпаны идут, у нас еще HD майкабель для современных телевизоров, который подходит. Так что мы сделаем? Давайте перейдем и с нашим мощным, большим и красивым телевизором тоже на цифровое телевидение. Каким образом? Переключаю от антенны на HDMI. Все, друзья, все. Сразу два телевизора показывают идеально от одной приставки и одной антенны, друзья. Все предельно просто. Вот раз, вот два. И кабель в комплекте. Это идеальный комплект. Даже батарейки покупать не нужно. Все уже есть, все продумано для вас, друзья. Прямо сейчас устанавливаю обычную USB-флешку сюда. Обычную USB-флешку, любая, подойдет любого объема. Смотрите, что здесь есть из функций. Кроме четкой картинки и огромного выбора каналов, бесплатных, замечу, есть еще телегид. Что такое телегид, друзья? Телегид — это программа телепередач, но интерактивная. Не нужно вот эту бумажную листать, выискивать, глаза напрягать, потому что там шрифт всегда очень мелкий. Все на русском языке, все предельно понятно. Еще и аннотация, не только время начала и окончания и название телепередачи, еще о чем она. Дальше, здесь все на русском языке, подсказка, видите, да? Нажимаю «Окей», что происходит? Я могу записать телепередачу или телесериал, когда меня нет дома. Телевизор я могу выключить, а приставку оставляю работающей. Все, и безопасно, и экономично. Все, выбрал время. Допустим, пускай это будет 10:55. Все, нажимаю «Окей». Программа установлена. И в 10:55 начнется запись. В 11 она закончится. Все это записывается. Раньше, помните, на видеокассеты записывали. Теперь все записывается на USB-флешку. Захотели, здесь ее посмотрели. Захотели, на ноутбуке посмотрели. И все это за минимальную цену. Новый комплект цифрового телевидения за 2699 рублей. Ограниченная партия. 800 рублей экономия. Это инновационное поколение. Следующее поколение цифровых приставок и вообще комплект цифрового телевидения, поэтому запишите, обязательно запишите номер лота, чтобы не промахнуться, потому что у нас два комплекта есть, это самый последний, а цена та же. Зачем переплачивать, непонятно. Смотрите, друзья, что тут еще нужного и полезного есть. Раньше мы пользовались видеомагнитофонами, потом мы пользовались DVD-проигрывателями. Все, это уже прошлый век. Сейчас мы берем нашу цифровую приставку, берем USB-флешку, скачиваем туда фильмы или записываем их из телеэфира и можем смотреть их в любом месте, даже на старом кинескопном телевизоре. Вы видите, сразу на двух телевизорах работает наша приставка. Вот видео, так я сам назвал эту папку, «Цветущая красота природы». Нажимаю «Окей». В миниатюре появляется изображение. Чтобы увеличить картинку, я уберу сейчас антенну, чтобы увеличить картинку, мне надо нажать на красную клавишу. Вот здесь она есть. Видите, красная клавиша? И здесь на пульте она тоже есть. Нажимаю, все, картинка на весь экран. Посмотрите, какие сочные краски, какие цвета яркие. Это невероятно. За время нашей презентации уже продано 75 комплектов. Это удивительно. Вы покупаете, вы просто-напросто приобретаете современный, абсолютно новый комплект по старой цене. Для меня это абсолютно непонятно, как такое возможно, но для вас мы пошли на этот шаг. 2699 рублей, и вы становитесь счастливым обладателем цифрового телевидения. Причем самого мощного комплекта, самой новой и самой современной аппаратуры. Торопитесь, друзья. Итак, еще раз, в комплекте вы получаете все нужные провода. И тюльпаны, и HDMI кабель. То есть сразу два телевизора можно подключить, как старый кинескопный, так и современный тоже. Пульт идет в комплекте. Батарейки для пульта тоже идут в комплекте, разумеется. Сама приставка идет в комплекте. И антенна универсальная. Видите, есть и рога такие, и вот этот круг современный. Что это значит? Вы можете сразу управлять и аналоговым телевидением, принимать аналоговый сигнал. И современное цифровое тоже теперь появится в вашем телевизоре. Причем на даче, совершенно бесплатно. Никакой абонентской платы, ничего этого вам не нужно. Потому что здесь уже все сделано для вас. Один раз тратите деньги и больше никогда ни за что не платите. Даже со старым кинескопным телевизором.